Всем привет! Сегодня у нас маленькая информационная распаковка посылочки из китайских интернет-магазинов и площадок. По названию вы поняли, что здесь находятся батарейки. Ну, вы можете сказать, ты что, с ума сошел покупать батарейки? Они у нас стоят копейки, зачем ты еще там берешь? И непонятно, что ты там возьмешь. Может, какой-то ноунейм, подделку и все прочее. Нет. Я вам так скажу. Во-первых, там все-таки, опять-таки, дешевле, это однозначно. И не подделка, а вы смотрите по отзывам и смотрите по фирме. Естественно, если покупал один или два человека вот такие батарейки, то брать не стоит. Если покупала там 20 человек или 200 человек, и там преимущественно негативные отзывы, опять-таки, покупать не стоит. Но все-таки я покупал одни из самых дешевых батареек, но самых популярных. И отзывов было очень много. Здесь находятся батарейки-таблетки. Это те батарейки, которые реально часто, очень часто нужны. И бывает такое, что они действительно нужны, а их нигде нет. И нужно бежать в магазин. И они могут еще не в каждом магазине такие вот продаваться. Если пальчиковые, мини-пальчиковые батарейки продаются практически везде, то вот такие вот не всегда. Давайте смотреть. Вот, к примеру, фирма, я не знаю, фирма Lanyan. Отзывы очень хорошие по данным батарейкам, по данным фирмам, работают достаточно долго, как вы видите, здесь указаны и для часов, они используются и в часах, и в ПК, у меня в кроссовках, например, да-да-да, в умных кроссовках действительно есть, используется такая вот батарейка. И достаточно все-таки они распространены. И, к примеру, вот этот вот комплект, 1, 2, 3, 4, 5, стоит по стоимости где-то чуть-чуть больше, чем одна батарейка, где-то как полторы батарейки. Ну, вместо полторы батарейки вы покупаете 5 в Китае или полторы батарейки у нас. Это если покупать GP. А GP это что-то среднее, то есть и не худшее, и не лучшее. Ну и как говорят по отзывам, не хуже, ничем не хуже тех же GP. Ну и по поводу полторы батарейки, может, я где-то погорячился, а где-то нет, но у нас даже немножко меньше, чем полторы батарейки получается GP. По стоимости где-то 1,3 доллара, то вот эти вот батарейки, к примеру, где-то около полутора баксов. Если вы не доверяете вот этим вот батарейкам, можете купить где-то за 2-3 бакса батарейки Panasonic точно такого же формата. Там уже, конечно, сомневаться не стоит, и там точно так же очень много отзывов. А здесь, ну, такой вот недорогой обычный бренд. Все, по данному ролику у меня в принципе все. Проверять сейчас у меня смысла нет, потому что все батарейки есть. Как раз попал в такую вот ситуацию, когда нужно было и просто нужно было, просто пошел в магазин и купил. Хотя есть, конечно, вот этот вот чип для кроссовок. Из кроссовок здесь как раз стоял от GP новая, которую я купил. Да, как вы видите, есть подключение идет и есть синхронизация проходит. Батареи рабочие, все в порядке. Использовать можно. Вот. Чтобы не сомневались, вот оно. И по данному ролику у меня все. Если у вас остались какие-либо вопросы, замечания, пожелания, предложения, пишите об этом в комментарии под этим видео. Использовали такие батареи или нет? Ссылки на вот эти вот батареи, на Panasonic, я оставлю в описании под этим видео. По данному ролику у меня все. Всем спасибо, кто смотрел меня. Всем пока. До новых встреч.